Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую на канале OpenWeb, и сегодня мы продолжим разговор об фреймворке YII. Второе. Сегодня мы поговорим об подключении к базе данных. Нельзя поспорить о том, что хранение информации в базе данных одно из самых удобных. И YII нам дает очень хороший инструмент для работы с этими данными. Сейчас перед вашими глазами мой новый проект. Разумеется, он подкреплен к самому проекту OpenWeb. По большому счету, сейчас он представляет просто одностраничный сайт, где почти ничего не работает. Кроме там менюшки, в менюшке даже пункты не работают. Максимум то, что вызывается, это видео. Разумеется, сейчас это собрано все на каких-то костылях. И это надо собрать нормально. Все эти видюхи, они просто сейчас тупо запилены в шаблон. Но я, конечно, планирую их выводить из базы данных и в базу данных их, в принципе, заводить. Но сейчас поговорим об самом выводе. Разумеется, по-живому я резать не буду, для этого у меня есть экспериментальная копия фреймворка, и давайте здесь что-нибудь сделаем. Чтобы из базы данных вывести, эту базу данных надо сначала создать. Возьмем новую базу данных, например, так назовем ее OpenWeb Create. И создадим, например, таблицу в ней Lesson. Количество столбцов. Разумеется, это будет идентификатор, тип записи и сама запись. Ну и может еще дата публикации. 4. Первый у нас ID. Разумеется, ставим счетчик. Второй у нас тип записи. Третий у нас будет само видео. Делаем string, ее в арчах, там 1024, видео будет у нас в арчах 1024. Можно еще, кстати, добавить описание, сделаем его типом текст. Я хотел еще добавить дату создания, time, пусть у нас будет integer. Все, сохраняем. Ставим какое-нибудь произвольное значение. Insert. Возьмем какие-нибудь два видео с канала. Например, последнее. Возьмем идентификатор. Будет ID. Тип будет у нас ноды. Нагрузим звук, видео, описание, и время. Время пока указывать не буду, потом его прогенерирую. Здесь, например, сделаем потом PHP, возьмем видео из PHP тематики, выберем вот это, видео. Описание. Конечно, такой фигней заниматься я в дальнейшем не буду. Я просто сделаю себе бота, который будет сам заходить по API YouTube и всю информацию добавляет. Это сейчас просто, чтобы показать общие принципы. Теперь, собственно, начнем программировать. Для начала нам нужно создать модель. Идем в папку модель и создаем новую модель lessons. .php. Открываем. Закрываем. Да, я знаю, тут закрывать не обязательно, но я чувак из старой школы, и мне тупо так привычнее, и мне так симпатичнее код кажется. Указываем пространство имен. Apple Service Models. Теперь указываем наш класс. Класс. Lessons. И делаем extends. Active. Рекорд. Разумеется, нам нужно подтянуть наш класс YI Source TV. В принципе, это все, что нужно для
фреймворк, чтобы он узнал о нашей таблице. То есть таблица должна совпадать с именем нашего класса. Мы создали таблицу lessons, и класс должен называться у нас lessons. Все, мы здесь сохранили. Класс ActiveRecord нам позволяет работать с этой таблицей. С панелью у нас все. Можем ее закрыть и забыть про нее, если нам не нужно, что-то нам будет там делать. Дальше идем в наши контроллеры. Вместе я создам себе новый контроллер. Назову Lesson. О правилах названия контроллеров, моделей и view я уже рассказывал, поэтому подсказка смотрите, повториться как бы особо не буду. Открываем наш контроллер. Указываем подстанцию имен нашего контроллера. Подключаем необходимые нам классы. VI, SOS, Controller. И не забываем про нашу модель. App, SOS, модель, SOS, Lessons. Объявляем у нас новый класс. Класс будет у нас Lessons. Контроллер. Sense Extends. Контроллер. И сделаем в нем Exit Index. Public функции. Action Index. В нем я укажу переменную Query, который подтянет в себе нашу модель lesson find. Функция find позволяет нам производить функцию в нашей модели lessons, которая в свою очередь подключена к нашей таблице. Ну и давайте выведем список наших полей во view. Указываем query, сделаем переменную для этого row, которая будет равна нас query. И, например, мы отсортируем их по идентификатору order by id и показываем все поля how. То есть такой строчкой по факту мы сделали запрос к нашей таблице равной select звездочка from таблица lesson и order by id acc. По факту мы вот такую строчку здесь записали. Теперь надо все это дело нам засунуть во view. Делаем return this render. Указываем наш файл, так как это у нас индекс, пусть и view у нас называется. Сейчас откроем наш массив. И в массив мы, собственно, выпустим нашу переменную. Я не люблю переделывать имена переменных, поэтому выпускаю их ровно по теми заменениями, которые пользуюсь здесь, чтобы впоследствии тупо не запутать. Контроллер у нас создан. Теперь нам надо сделать view. Вяжем папку view. Создаем здесь папку lesson, так как у нас контроллер lesson. И создаем в этой папке index. Мы уже вместе про это и опять же рассказывал. Создаем index.php. Теперь, собственно, мы выводим все это дело. Разумеется, сразу подключим helper. Use yi helper. Не тот слэш, вот этот слэш. HTML. Или как я люблю говорить, HTML. Я знаю, это у вас от этого бомбит. Сделаем какой-нибудь здесь текст. Там. My lesson. Сюда я буду выводить свой текст. Запускаем цикл. 12 пименеров. Будет вводиться на Braille. А следующем мы закроем end наш цикл. Здесь посередине где-то должен вводиться наш код.
А я знаю почему. Кто здесь должен быть двое? И начнем выводить. Прием у нас HTML. Инкоды. И сам текст. Для начала выведу, например, видео. Смотрим, что у нас получилось. Запас у нас в переменной R, который будет равна первому нашему lesson. Да, индекс рассказывает нам то, что невозможно найти нас контроллер. Lesson контроллер. Давайте посмотрим, что появляем. А, не контроллер. Пространство имен не контроллер, а контроллерс. Обновляемся. Ну что такое? В эту, что у нас нету модели lesson. Да, еще самое главное. Совсем забыл. Нам надо все это дело настроить. Поэтому идем в конфиг, db и настраиваем. То есть localhost. Окей. Db name у меня OpenWeb. OpenWeb. По user root, параллель, разумеется, нет. Здесь models. Обновляемся. Смотрим то, что класс HTML helper у нас не найден. Что? О! Вот перешел к вам. Слово! У меня поваленная мания называть все в единственном числе, когда не helper, а helpers. Models. Controllers. Собственно, вот. Мы выявили первое значение и второе значение. Как это все выглядит. Надо сделать хотя бы вот так вот. О. Первое видео. Второе видео. Я думаю, здесь ничего нет трудного. Сам басай трудность, я полагаю, это называть все во множественном числе, а не в единственном, как у меня. Ну и у вас точно не будет таких проблем. Ставим лайк, подписываемся на канал, пишем в комментарии свои вопросы. Всем чистого кода.